женщины, советские граждане, доктора, американские полицейские, школьные молчуны и даже Чарли Чаплин. Какие только киногерои не выходили охотиться на человека. Настроившись на мрачную волну Хэллоуина, сегодня мы вспоминаем главных душегубов большого и малого экранов. Среди киноманьяков есть свои интеллектуалы, отбросы и даже комические фигуры, но Майкл Майерс, антагонист франшизы «Хэллоуин», ближе всех к чистому злу. Появившись в классическом фильме Джона Карпентера, он был назван в титрах как «The Shape» или просто «Форма», «Силуэт». Майерс будто пустой сосуд, оболочка человека, заполненная ненавистью и жаждой убивать. В первом фильме Майерса играли три разных актера, шесть в последующих 10 картинах. Его темная тяга не поддается анализу. В возрасте 10 лет, в канун Дня Всех Святых, маленький Майкл Майерс убивает свою сестру без всяких причин. В его взоре пустота. Годы спустя он сбегает из лечебницы и возвращается в родной город, где преследует школьницу Лори и прочих уцелевших родственников. Не произносящий ни слова, не чувствующий боли, идущий по следу с ножом в руке. Его лицо – белая резиновая маска с черными пропастями глаз. Ирония в том, что это покрашенная хозяйственной краской маска капитана Кирка из «Звездного пути», сверхположительного рационального героя, который не испытывал деструктивных человеческих эмоций. Ставь лайк, делись этим видео с друзьями и не забудь вернуться. Вся эта неделя будет посвящена самым мрачным и пугающим темам.